Певец Филипп Киркоров попал в неловкую ситуацию. Артист резко высказался в адрес актрисы Марии Шукшиной, позволив себе нецензурное выражение, передает московский «Комсомолец». Накануне Шукшина раскритиковала образ исполнителя в новой картине «Самоирония судьбы», которую выпускает к новогодним праздникам канал ТНТ. Артистке пришелся не по душе образ Ипполита, который воплотил Киркоров. Музыкант предположил, что Шукшина повела себя подобным образом, потому что неровно к нему дышит. Артист отметил, что отлично смог сыграть всеми любимого персонажа из комедии. «Мой Ипполит взорвет пространство на зло этой, которой я все время покоя не даю. Сумасшедшая. Может, она в меня влюблена? У меня ощущение, что у нее других тем нет», — резко высказался артист. Ранее сообщалось, что снявшиеся в пародии на фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» артисты Филипп Киркоров и Ольга Бузова получили в свой адрес резкую критику от актера Александра Михайлова.